же война там началась сразу же. Так, чат, если что-то видите, говорите. О! Черная карта, например, вот лежит, затаилась. Я вижу, что-то черненькое белеется. Еще одна инъекторница. А я не могу ее взять, потому что у меня уже одна взята, прикиньте. Смотрите. Это вот фигня против этих РМТ-шеров. С картами там бьется? Конечно. Я говорю, у меня на эти ключики ушло где-то лямов 10. А я сейчас две карты продал за 14, да? Плюс еще черная карта лежит. И ключики еще треть использований остались. Может, что-то еще найдем интересненько. В казарме с открытыми окнами. О, фиолетовая, кстати, денег стоит. Она, по-моему, на втором месте после красной. А, подожди-ка, тут еще и синяя. У-ля-ля. Жетонница. Гляньте, как поперла ближе к ночи. Вот стоило уйти Ане, да? Есть своих этих моллюсков там. А! И сразу пошло дело, бля. Кто-то у меня бегает. Вот это поворот. Интересный образец, конечно. Эту эмку, знаете, такое чувство... Хуя же, блядь! Это пиздец. Как будто эту эмку опустили в холодную воду, чат. Есть такое? Да. 19 попаданий я по ним попал. Они дохрена ли? Для броников 4 класса и 5 класса поеденного. 19 раз, блин, по двум типам. Как будто это, ну, дохрена, нет? Блять, там еще?
Чавой, блять. Это вот настолько плохенько, да, серверам? Найс. Я же не мог его взорвать, да? Или просто в этой прекрасной игре, может быть, звука не будет, что я его взорвал? Вот как здесь, например. Блять. Сколько они впитывают, вы видите? 900. 23 попадания. Это при том, что первого чувака я просто тапнул в лицо. Получается, я вот в этих попал 22 раза. Бери вектор. Ну, походу, реально вектор от имба. Ну, без шуток так и получается, бля. Ну, видите этот еще? Вот, что происходит? Что это такое? Извини. За превышение скорости чисто штрафанул. А кому-то нравится 21 на 9. Кто-то, может, там играет в танки, там в самолетики. Там, мне кажется, это более удобно, наверное. Да и выглядит, наверное, лучше. Блять, много бежит чат. Иди там народу. Карточки есть, нет? Быстро, блин. Вот кто это? Киборг. Помноженный на... Бывайте! Этот терминатор выбил. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.